Понимаете? Но счастье часто достигается тем, что человек переваривает ситуацию. Вот, например, у тебя в сердце есть трудность, ты, есть два варианта. Можно посчитать себя виновным, а можно просто помолиться и сжечь эту трудность. Ну, то есть молиться и сжигать трудности, конечно, тяжелее. Легче считать себя виновным. Но это мы так перед Богом как бы конючим счастье. Ну, допустим, какой-то конфликт произошел, и мы начинаем: «Я виновная, я виновная». Ну, то есть, Господи, дай мне счастье, прости меня, дай мне счастье. А может быть, ты и не виновная. Может быть, надо просто этот конфликт сжигать своей молитвой. Вот так что часто ощущение, что я виновата, идет из желания легкой жизни. Но не всегда. Иногда бывает человек виноватым же на самом деле. Надо разбираться. Нужна молитва, нужно изучать это. Конфликты неизбежны в жизни.